8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Цена победы была очень высока. Защищая родину, наши земляки проявляли массовый героизм. Кашуков Вениамин Борисович, Павлов Борис Тимофеевич, Сафонов Федор Матвеевич, Мин Александр Павлович, Томасевич Петр Васильевич, Мордасов Иван Андреевич. Они удостоены высокого звания, звания Героев Советского Союза. Благодаря отваге, храбрости и бессмертным подвигам воинов наша страна празднует День Великой Победы над фашизмом. Но взгляните на них, всмотритесь в их лица. Это юноши, которых война застала, когда они были только студентами, каждый со своими мечтами. Большая страна росла, новые заводы, дороги, больницы ждали молодых специалистов. Но когда началась война, у каждого была одна цель – защитить Родину. Еще вчера они готовились к сессии, а сегодня копают окопы и учатся держать в руках оружие. У всех единая цель – защитить Родину. Орахпаев Есен Шенгереевич родился в 1922 году в поселке Кировский Уральской области. Так получилось, что Есен Орахпаев был самым старшим мальчишкой во дворе. С детства он не только отвечал за соседских детей, но и был их наставником. Дети любили рассказывать у костра различные истории. Есен Орахпаев был лучшим рассказчиком. Любовь к детям и врожденное чувство ответственности повлияли на выбор его профессии. После школы он поступил в Фурмановское педагогическое училище. Но началась Великая Отечественная война. Есен Орахпаев очень испугался за жизнь своих односельчан. Ему стало страшно от мысли, что соседские дети могут увидеть ужасы войны. Он один хотел воевать за всех, лишь бы уберечь близких от войны. Внешне скромный, молодой артиллерист Есен Орахпаев точной наводкой бил фашистов с особой ненавистью. С каждым выстрелом он все дальше прогонял немецких захватчиков от родного аула. Участвовал во многих боях, уничтожил огромное количество вражеской техники. Война сильно изменила Есена Орахпаева. Он уже не был тем красноречивым рассказчиком, стал немногословным. За совершенные подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны женился, стал отцом 10 детей. Есен Орахпаев не стал учителем, но его мечта отчасти сбылась. Также он решил получить высшее образование, но уже в Алматинской партийной школе. Есен Орахпаев дожил до глубокой старости среди любимых детей, внуков и правнуков и умер в 2002 году. На фронт студенты прибывали молча. Никто не рвался в бой. Они робко сжимали в руках железные винтовки. Многие из них впервые держали оружие в руках, только-только учились стрелять. Но вчерашние студенты быстро учились жестокой науке войны. Кашуков Вениамин Борисович, 1922 года рождения, уроженец Тюменской области. В 1928 году переехал в Казахстан, в город Петропавловск, где закончил 8 классов. Поступил в Петропавловский химико-технический техникум. В 1940 году был призван в армию. В 1942 году закончил Чкаловское летное училище и был направлен на фронт летчиком-штурмовиком. При выполнении 140-го вылета был сбит зенитным огнем противника. Павлов Борис Тимофеевич родился в 1919 году в городе Усть-Каменогорск в семье служащего. В 1942 году закончил высшее военно-морское училище и воевал на Северном флоте. Скончался в 2002 году в Санкт-Петербурге. Сафонов Федор Матвеевич
родился в 1923 году в Челябинской области. С 1933 года семья Сафоновых переехала в Восточно-Казахстанскую область. Во время учебы в Семипалатинском сельхозтехникуме Сафонов увлекся авиацией, стал участником аэроклуба. На фронте с 1944 года. Всего за неполный год штурмовик Федор Сафонов совершил 109 боевых вылетов. Скончался в 2008 году. Томасевич Петр Васильевич. Родился в 1924 году в Одессе. Окончив ремесленное училище и получив профессию электрика, уехал по распределению в Жамбылскую область. В 1942 году, после окончания Жамбылского железнодорожного училища, приписал себе год и ушел на фронт добровольцем. Мордасов Иван Андреевич, 1923 года рождения. Уроженец поселка Рожков Западно-Казахстанской области. Головченко Василий Евстафьевич. Родился в 1921 году в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. С детства он мечтал быть военным. Окончив 10 классов, в 1939 году поступил в военное училище. Затем был направлен на фронт. После войны Василий Головченко остался в вооруженных силах, работал военкомом в Костанайской области. Мин Александр Павлович. Родился в 1915 году в Приморском крае. Окончив десятилетку, работал учителем русского языка в корейской школе. Был депортирован с семьей в Казахстан в 1937 году. Сразу же устроился на работу щитоводом в тресте главрыба в городе Аральск Кызылординской области. В 1938 году поступил в Саратовский кредитно-экономический институт, но закончить его помешала война. Героический подвиг совершил во время белорусской наступательной операции. Тогда батальон под командованием Александра Мина отразил 5 вражеских контратак. Отважный герой, капитан Мин Александр Павлович, погиб через 4 дня после этого во время прорыва укрепленной обороны противника возле села Паридубы. Александр Мин пал смертью храбрых в 1944 году. Камзин Канаш родился в 1919 году в ауле Жолкудук Павлодарской области. Озорной мальчишка не испытывал тяги к учебе, но родители отдали его в среднюю школу, где он проучился 3 года. Именно преподаватели этой школы пробудили в юноше тягу к знаниям. Канаш продолжил обучение в школе в Алматия. В 1939 году закончил рабфак, а в 1941 Алматинский педагогический институт. Но учить детей ему не довелось. Началась война. Весной 1944 года Канаш Камзин поднял свою роту и первым переправился на вражеский берег реки Днестр. Его рота удерживала плацдарм до подхода основных советских сил. В том бою Канаш Камзин пал смертью храбрых. Жестокость фашистов, смерть молодых бойцов, их ратные подвиги распаляли дикую ярость в рядах Красной Армии. После года войны в глазах студентов уже не было той искры, той тяги к жизни. В их лицах читалось одно – победить врага любой ценой. Нартенко Василий Иванович родился в 1922 году в поселке Чаплино Днепропетровской области. Окончил 7 классов школы и 2 курса Днепропетровского техникума физкультуры. После войны переехал в город Семипалатинск. Асеев Григорий Сафронович, 1920 года рождения. Уроженец села Петропавловка, Кокчетавской области. В 1939 году окончил железнодорожную школу и поступил в Иркутский политехнический институт. Но учиться в нем так и не пришлось. В 1940 году окончил объединенную школу авиаспециалистов и получил специальность стрелка-радиста. На подбитом самолете-торпедоносце в
1944 году успел выпустить торпеду и потопить вражеское судно. Погиб в том бою. Поздравляя 9 мая ветеранов, мы видим перед собой пожилых героев. Надо помнить, что свои бессмертные подвиги они совершали, когда были еще молодыми. Они хотели жить и работать, но не колеблясь отдавали жизни ради страны, ради будущего своих родных, детей, близких. Мирное небо над головой – это наследие героев-казахстанцев, которое мы обязаны сохранить и передать следующему поколению. Вечная им память. На заре независимости первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев учредил международную образовательную стипендию «Болашак». В 2013 году программа отметила 20-летний юбилей. За это время более 10 тысяч студентов получили образование в лучших вузах мира. В 2010 году в столице Казахстана открылось уникальное высшее учебное заведение – Назарбаев университет, которое умело сочетает в себе преимущества национального образования и лучшую мировую научно-образовательную практику. Высшие учебные заведения Казахстана работают над повышением качества обучения студентов. Экономика страны ежегодно получает ценные кадры. Сильный и процветающий Казахстан в руках образованной молодежи.